что, привет, друзья. Я сейчас нахожусь в отеле Amara Dolce Vita. Это отель, где снимали сериал «Сваты». Если вы видели четвертый сезон сериала «Сваты», который снимал 95-й квартал, то именно этот отель, который находится в Кемере, в поселке Текирова. Сейчас я поднимусь наверх и покажу вам вид, который будет сверху в отеле Amara Dolce Vita. Отель позитивный, отель хороший, отель суперовый. Все, короче, скажу сейчас сверху, как буду вам снимать с номера виды. Поехали. Ну что, привет, друзья. Меня зовут Денис Кривец, это канал Денис Пифагор. Мы в отеле Amara Dolce Vita. Я сейчас провел здесь инспекцию, вы знаете, мне понравилось абсолютно все. Нету момента, который бы мне не понравился, начиная от ресторана, заканчивая аквапарком. Все, алкогольные напитки, все виски, все есть, как бы очень здорово, поэтому... Если вы надумали рвануть в отель Amara Dolce Vita. Миша, привет. Да, привет, дорогой, привет, друзья мои. Если вы надумали, я продолжу предложение нашего друга. Если вы надумали, то вам придется только к нам обратиться, потому что по-другому у вас ничего не получится. А, кстати, Миша Величко, адвокат в Украине, поэтому если нужно будет, просто найдите в Фейсбуке Михаил Величко. Можете только снова обратиться к нам. На самом деле очень удобно с детьми. Есть бассейн с морской водой. Вода довольно теплая. Вот он находится здесь. Очень много ресторанов, баров. Если вы пообедали, но потом захотели перед ужином покушать, у вас будет возможность перекусить здесь бургеров, картошки фри. То бишь отель Amara Dolce Vita в Таранове, в Кемере. Это VIP-отель, который вам безумно понравится. Я вам напоминаю, что это был Денис Кровец, специально для канала Денис Пифагор в YouTube. Подписывайтесь на канал в Инстаграме. И до встречи в Турции. Пока! Go, go, go!